Чем не устраивают свои брови? Хочется немножко приподнять вот этот край, сделать, то есть, и мне кажется, вот тут очень они как-то нахмурены. Сейчас я рисую эскиз, чтобы мы согласовали его. Смотри, какая тебе нравится вначале, правая или левая? Мне кажется, вот это. Процедура перманентного макияжа проводится под местной анестезией. Бровь наиболее всего меняет лицо. Иголочки полностью половина часть аппарата выполнена как бы с насадочкой, что краска никак не попадает в аппарат. Амортизатор мы каждый раз меняем. Сейчас я делаю наметочку. В любом случае страх, конечно же, был. Но теперь понятное дело, что это все надумано. Болевых ощущений, в принципе, нет вообще, поэтому все хорошо и комфортно. В изменении бровей есть определенная мистика, и поэтому под эту процедуру очень часто загадывают желания. И желания сбываются очень быстро. Да, мы закончили процедуру, сейчас мы сфотографируемся. Ну, вот так у нас на мониторе появляется в карточке клиента сразу же база данных, и мы сейчас запишем имя, фамилию и номер пигмента. Очень удобно, такой встроенный администратор. Ну, с Богом. Вот. Не, ну это, конечно, фантастика. Здорово, классно. Волшебница, правда, Татьяна. Надеюсь, что они еще принесут тебе счастье. Татьяна, спасибо большое за прием. Мне было очень приятно. И я довольна результатом на 7 000 000%. Всего доброго. Всего доброго. Сейчас администратор тебе объяснит все, как правильно ухаживать, чем ухаживать, все даст.